Она легла рядом и не дает ему улечься, рычит на него. Заяц. Ну что ж такое, Мира? Уже на собственном месте лечь не дают. Ну что же это происходит, а? Пацан. Мальчишка-пацан. Что ж за девки такие? Ну вот что за девки, а? Пацанен уже дома, места нет. Ну что такое, ну? Ну, мальчишке-пацану, материному сыну места дома нет с этими бабами. Мира. Мир. Ой. У Чернуши жидкий стул. С утра таблетки. У Миры разлезала пятна, огромные на бедре. Залечивать. Дальше у них с пончиком идут таблетки для суставов. У Миры отрыжка. Мире запросто я запихиваю в пасть. Вот. С этим проблемы. Напокупали круассанов. Этих 7 days. Пока идут нормально с круассанами. Он мне укусил палец. Он мне зажал. Я ему пыталась в пасти запихать. Он закрыл рот, и мой палец попал ему на клыки. Я орала. Вот. Это не утро какое-то, а сумасшедший дом. Лазарет. Ну что, ничего. Все, дела идут, конторы пишут. Ничего, потихонечку все делаем. Справляемся. Просто рассказываю, просто делюсь. Все препараты, все лекарства есть, знаем. Вот. Все нормально. Тебя сейчас замучкарю, понимаешь? Я тебя сейчас замучкарю. Все. Все, вот эту криктуху. Все. Системно. Очень удобно. Вторая жизнь на лопаты. У нас Чернуха орёт, не замолкает. Голуби. Вот такая несправедливость. Чирикалки. Хозяева на улице. Отец Вадим, ты где? Он секатор ищет. А? В шатре. Нет, где лицо? Да, его не видно. Не, его не видно. Может, мы его... Дочь, давай мы его заколотим там. Лопату приставим к клеенке. Грабли? У нас есть маленькие какие-нибудь надо. Что-нибудь маленькое. Возмущается, что-то там возмущается. А, не успела. А? А. Какашку свою не на тебя сегодня скинули. Как она, у меня есть доченька, ей что день, что ноченька, все шьет, гладит, убирает. Что-то мне не препаратит. А сама такая, я не при параде прячусь, а мне не надо снимать. Вылезет там когда-нибудь, нет? Зай, может, мы их продали по этой, пока по зиме продали, может, кому? Ну да. Может, какую мы тут распродажу устроили? Думали, съезжаем, а мы опять остались. Я еще один забор сейчас сломала. Ты забор не ломай, нам их ремонтировать некому. Отец отказывается. Вот тут ромашки, блин. Тут я Вадик подметал, сказал, должно быть чисто, как в армии. Чернуша орет, она очень возмущена, что я ушла.
многие, кто с нами еще только знакомятся, думают, что мы живем в частном доме. Я говорила вам, да, это вот люди смотрят на обстановку дома, на пороге, то, что участочек вокруг. Нет, у нас дом двухэтажный, трехподъездный, старый дом, по-моему, 1954 года постройки. Три подъезда, два этажа. Мы остались в нашем подъезде одни, так как дома под снос, аварийное жилье, и мы все потихонечку съезжаем. Мы ждем своей очереди, которая вот-вот должна произойти. Вот-вот это значит, до зимы мы должны переехать. Вот. Вот эта верба, она уже, видите, да? С пушинками. Ну, выращены из веточки, как часто у многих бывает, да, после вербного воскресенья. Выросло вот такое дерево. Под ним лежит Фёдор, мой первенец, который умер в 13-м году, 1 февраля. И 2 февраля мы сразу забрали Миру. Так, вот здесь и вот здесь лежат, мне бы сказать вам правильно, кот мой Персик, который умер 1 марта, вот, по-моему, 6 лет назад, это какой? Либо 17-й год, либо 18-й год. 17-й, наверное. А вот здесь лежит Яра, моей Ани первая собака. В принципе, то, что сейчас у Анюты Яра, почему? Потому что умерла Яра. Анюта не думала, решала, брать ли ей собаку. Она как бы не знала, как ей быть, как поступать. И мы увидели пост о новой собаке с именем Яра. Вот. Я уходила, здесь не было столько народу. Когда я уходила, здесь народу столько не было, да. Хоть уу, хоть не уу. Что? Что вы тут все собрались? Что? Что? Да моя зайка. Тебе нужна варежка, Чернуш, у тебя есть там уже одна. Что? Что? Ковыркает.